Уже точки уже в первом тайме увидели штрафной. Вот, кстати, вот здесь прямо, да, в исполнении Вестхэма, там Пайет пробил в штангу. И Миньоле кончиками пальцев тот мяч зацепил. Ну вот теперь обратная ситуация. Ливерпуль пробьет этот штрафной. Ну и, конечно, главное внимание, да, к Филиппе Коутиньо. Он один у мяча. Мяч на радиусе штрафной. И это будет опасно априорно. Но, правда, сначала еще Рэндалф выставит стенку. Да, достаточно массивная стенка получается. Да, 5 игроков в стенке, двое на бьющего, получается. 20 метров до ворот. Да, также добавлены в стенку игроки Ливерпуля, мешающие вратарю, и мяч в ворота. Обхитрил Филиппе Коутиньо стенку, пустил мяч низом, и таким образом счет стал 1-1. Есть забитый мяч Ливерпуля. В нынешнем противостоянии в этом сезоне действительно... Первый мяч ворота Вестхэма забивает, да, все, в этом сезоне действительно, Ливерпуль. Все было, конечно, классно исполнено. Да, два игрока помешали вратарю, перекрыв обзор. Ничего не видел в данном моменте вратарь. Плюс подпрыгнула стенка, как обычно делается, для того, чтобы не дать попасть в верхний угол. Посмотрите, дал широкий размах Филиппе Коутиньо, обманул стенку, футболисты в стенке подпрыгнули, да. И тот то бразилец зрячий, пустил мяч низом. Зрячий, все было обдуманно сделано, действительно. Руслан, а с позиции, да, наконец-то вратаря мы видим... мог Рэндалф что-то сделать здесь? Или среагировать было по сути невозможно? Да, просто хочется сразу сказать, Михаил, наконец-то увидели сегодня улыбку Клоппа, что очень...